В поселке городского типа Афипский после проведения капитального ремонта снова открыли детский сад номер 3. Денежные средства выделены в рамках реализации государственной программы развития образования Краснодарского края. В детском саду проделано много работы. Заменили водопроводные сети, электрическую проводку, отопление, канализацию. Также здание обшили сайдингом и утеплили стены, залили полы, положили кафель и благоустроили территорию. Группы оснащены всем необходимым: новая мебель, обучающий инвентарь и игрушки. Работы проведены с четким соблюдением всех норм. 14 декабря дошкольное учреждение посетила Адам Джерим. Глава района остался доволен качеством выполненного ремонта. Все лучшее должно быть у детей. Вот помните, как старшее поколение говорили и говорят, пусть то, чего у нас не было, будет у наших детей. Вот поэтому это вот тоже мой такой девиз. Как говорит наш губернатор, мало что нужно построить, да? Туда надо еще и душу вложить. Вот здесь видно, что вложили душу, сделали все красиво. Теперь у детского сада номер 3 есть все условия для создания комфортного пребывания детей и их счастливого детства.